Губернатор округа Игорь Кошин на еженедельной планерке выразил недовольство пенсионеров в отношении не так давно запущенного социального проекта «Высокий возраст». На сегодняшний день специальные дисконтные карты получили более 1072 граждан старше 65 лет, которые рассчитывали покупать продукты с хорошей скидкой. Мониторинг, который был проведен сообществом пенсионеров по оценке качества нового социального проекта, выявил, что цены со скидками в магазинах предприятия «Мясопродукты» равняются ценам без скидок в других сетях. Губернатор дал конкретные поручения руководству предприятия. Во-первых, вы мониторинг проводите еженедельно, у вас должны быть цены ниже. Это первое. Значит, второе, посмотрите по тому перечню продукции, который сегодня производит мясокомбинат, чтобы его расширить. Опять же, для предоставления скидки. Мы скидку даем людям старше 65. Это люди, которые создали своими руками округ в свое время. Правильно? Вот. И, значит, чтобы этот перечень расширить. И третье, значит, в ближайшее время с активом Союза пенсионеров повстречайтесь. Сутрин Васильевна у вас рядышком сидит. Вы с ней договоритесь, когда. И очень детально эту программу проговорить. Напомним, на данный момент по карте доступны две скидки – 20% на сопутствующие товары и 5% на продукцию мясопродуктов собственного производства. По данным на конец сентября, по картам совершено 2404 покупки. 407 пользователей карт в сентябре воспользовались данной льготой вторично. Объем покупок по картам с начала действия программы составил 1 300 000 рублей. Скидка по ним составила 192 000.